2050 год. Климат на Земле начинает меняться. Погодные катаклизмы следуют один за другим. Торнадо разрушает города и лишает жизни людей. Меня зовут Том. В старом мире я частный детектив, но в новом я обычный странник, который скитается от дома к дому в поисках еды и ночлега. Недавно я набрел на заброшенный блокпост военных и нашел там карту, на которой отмечен некий бункер выживших под кодовым названием D7. С каждым днем становится холоднее, и единственная надежда выжить — это бункер. Ничего не остается, как направиться туда. Так, нужно найти место, где я смогу немного отдохнуть и согреться, чтобы продолжить свой путь. Отлично. Теперь я еще и промок до нитки. И если я буду долго находиться на улице, я могу замерзнуть. Похоже, эта рыба сгнила. Ну и запах. Не открывается. Похоже, замок заржавел.
сколько же здесь всякого барахла, а полезного ничего нет. Какого черта? Где я? Что, ничего интересного сегодня не покажут? Кухня выглядит ужасно. Даже не хочу знать, что там. Кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит? Пригодится.